что ж, продолжим разговор. Итак, Гэри, кто вам нравится больше всех? Ну, я бы сказал, что мне понравилась игра Нью-Йорка. У них сильная команда. Это что касается восточного побережья. А на западе мне нравится Сан-Франциско. Но и у Лос-Анджелеса есть неплохие шансы. Итак, что у нас в Нью-Йорке? Команда Сан-Франциско вышла в финал, но, возможно, Лос-Анджелес, о котором вы уже слышали, разгромит ее в конце сезона. На этом мы завершаем новости спорта и возвращаемся в студию. Спасибо, ребята. Сейчас Дэн расскажет вам, что нового в медицине. Еще у троих сотрудников офиса компании на Таймс-сквер диагностирован... Передовой разработчик биотехнологии Крайнет отрицает утечку биохимических материалов из центрального офиса. В компании Hargreaves Rush отказались прокомментировать. На данный момент подтверждено 127 случаев, но в связи со скоростью распространения инфекции... Все транспортные маршруты перекрыты оперативниками СЭП. Цены на бензин скоро перейдут в 20-долларовый рубеж. Кредит доверия нашим правоохранительным органам должен быть восстановлен. Где же наши войска? Вперед! Вперед! Это не... Рыба-Меч-3, доложите обстановку. В канале Рыба-Меч-3. Держим позицию в точке Юг-1. Перископная глубина. Прием. Вас понял. Точка Юг-1. Рыба-Меч-3, что там в зоне обзора? Есть хоть что-нибудь подозрительное? Никак нет. Противник в зоне обзора отсутствует. Сиди, пока не получим приказа. Выходите мочить плохих парней. Не лезь на рожон. Наверху плохих парней нет, Фолсом. Повторяю, там просто какая-то зараза. Вирус Эбола, например. Верно, Алькатрас? Алькатрас с утра не разговорчив. Хотя многие считают, что пить текилу полезно. Это чушь. Да, Ал? Просто кивни. Покажи, что ты жив. Вот так-то. Да это ерунда какая-то. Мы разведбат, а не скорая помощь. Нет, чует мое сердце. Без плохих парней тут не обошлось. Отвали! Морпехи, приказ. Только что получим. Всем надеть водолазные костюмы, выходим с оружием. 10-минутная готовность. Вирус. И будет ведь винтовки не вмажешь, не забывай. Только не пристрелите этого Голды, ладно? Эй, я слышал это чертово вторжение! Так и есть. Это пришельцы. Что это за хрень? Валим отсюда. Живо! Покинуть корабль! Всем покинуть корабль! Корпус пробит! Контроль! Мы подбиты! Подбиты! Покинуть корабль! Не трогай их.
Эй! Статуя свободы, кажись, здорово досталась! Но стоит, пока что надо же. Эй! Что за черт? Противник! Подлодка. Что, цепи вырезали вас всех? Не может быть. Гулд на нас рассчитывает. Алькатрас? Так тебя зовут. Алькатрас. Судьба злая, тетка. Потерпи, сейчас мы тебя оденем.